И всем привет, вы на канале Ведроид Гейминг, меня зовут Александр, сегодня поиграем в Armored Warfare Assault. Наконец-таки вышла обнова, точнее ивентик, посвященный вот такому вот красавчику. Бегельпанцер 57, да? Танчик старенький, раньше уже был в игре, сейчас его опять добавили, как эвентовый танк. Раньше он был премиальный танк, премиальные танки раньше были за голду, голда была за рублики. За этот танчик я заплатил, по-моему, 600 рублей, и это, в принципе, печальненько, наверное. Не то, что печально, что всем раздали танк, за который платил деньги, а знаете, что печально? Что нету больше никаких премиальных танков. Есть только долбанный джекпот, который никому не нужен. И все, донатить некуда. Как поддержать разработчиков, я даже не знаю. Ну, чтоб себе выгодно было, да. Ребятки, наверное, на рекламе сидят на одной и голодают на дошиках. Кстати, давайте ежедневные предложения сразу же возьмем. Не отходя от кассы. На халявку так золотишко. Хопа! И нормально, да? Да. Второй вопросик к разработчикам. Правда, они меня, наверное, не смотрят. Почему? Я это уже тоже говорил, кстати, по-моему. Все эвентовые танки в камуфляжах. А мой любимый танк без камуфляжа. Чё за дела? Надо устроить какой-нибудь бунт, наверное, чтобы добавили этому красавчику камуфляжик. У него же был крутой камуфляж до этой великой обновы, которая всем нравится, да? Кстати, насчет бунтов. Посмотрел недавние отзывы Armored Warfare в Google Play, это просто какая-то жесть. Баланса нет, все танки за голду, падают из сундуков, сундуки за голду, жесть. Едешь на Т-54, тебя разносят какие-нибудь абрамсы. Пацаны, реально вас разносят абрамсы? Открою вам тайну, на абрамсах катаются одни боты, вас боты что ли бьют? Это неправильно, мне кажется, да. Или там, знаете, пишут, едешь в бой, тебя кидает какому-нибудь донатному ракетомету, который тебя с одной ракеты выносит половину хипов. Жесть. Ребятки, знаете что? Вот он, донатный ракетомет, который дают на халяву, который выносит всех с одной ракетки. Да, вот он, красавчик. И чтобы его получить, надо просто пройти вот этот вот эвентик. Все просто. Да. А, эвентик, кстати, такой же, как и тогда был. То есть, правила обычные. Докачиваемся до 21 левела, потом либо выбор у нас идет, тратим ненужную никому голду на 5 левелов, чтобы сократить преимущество, так сказать, и продолжить новый круг, либо добиваем эти 5 левелов и идем на следующий круг. 3 круга и танк 3 левела у вас в кармане. Ну, открою вам тайну. Танчик даже на первом левеле хорош, потому что от 3 левела он не особо-то и отличается. У нас есть пассивочка, которая качается за шестеренки, она нам дает, знаете что? Да нифига нам не дает. 15% урон на первом левеле и 30% урона на последнем левеле. То есть незначительная прибавочка, да, у нас есть еще урон, прочность 20%. Ну, так, секундочку, приехали ко мне. Так, на чем мы остановились? Цифры, в общем, у этого танка маленькие, поэтому прирост 30% непонятный никому. Ну, в принципе, такое. Плюс-минус, я думаю, если вы закроете один только круг танка, и у вас будет он первого левела, ничего страшного в этом нет, и вы также будете веселиться и угорать, и убивать всех с двух выстрелов великолепным птуром на 400 урона. Как-то так, да. А по поводу донатных танков, точнее, танков из сундуков, которые за голду. Я это уже говорил, но царям бы еще раз повторюсь. 2 месяца игры у вас все танчики эти есть. Еще 2 месяца игры у вас все танчики прокачаны в блице, чтобы прокачать все танки 10 левела. Сколько надо времени? Да фигища. Поэтому это чих по сравнению с блицом. И вот что еще. Эти танки не особо актуальны. Все ездят в основном на аукционных ивентовых танках. Вот я, допустим, если посмотреть мой пик, у меня первый стоял обычно МБТХ, а потом Леопард, в зависимости от квестов. На Т-90 я редко сажусь, когда уже какой-нибудь там прям гиблый бой, либо у меня куча таранов есть, я на Т-90 сажусь, а обычно катаюсь на МБТХе. Есть игроки, которые едут в бой первым на М8, ты их сливаешь, они прыгают на Т-90, это не страшно. Это, я скажу даже так, это изи фраги. Страшнее, когда тебя выруливает какой-нибудь Лео 2А5, ты на МБТХе, тебе надо переключиться с ракет на обычный патрон, ты теряешь время, он делает прокаст, перезаряжается, еще один прокаст делает, ты горишь и умираешь. Вот это сложнее. А проще выцелить М8, убить его с двух выстрелов, да, это проще, как-то так. Так что участвуйте в ивенте, получайте этот БГЛТПЗ и нагибайте, да. По поводу перков. Перки.
Также у нас есть фугасики. Вообще у нас пушка стреляет по 3 выстрела, то есть перезарядка 0,8, как мы видим, потом лента перезаряжается 4,99 секунды. Как-то так. 3 выстрелов фугасов хватает, чтобы поджечь цель, все кроме тэшек. Ну, все как обычно. Прокастик, враг горит, весело. Птуры мы уже посмотрели, 400 урона, но они требуют сведения. Мы можем двигаться, но, короче, как на БМПхе 3-й. То есть, свелись, выстрелили. Мне это не особо нравится, я привык уже к ленивому геймплею на МБТхе, когда она просто перезарядилась, ты стрельнул. Ну, кому-то нравится, да. Кому-то понравится, даже так. А, также есть передовая защита с некоторым шансом, уменьшается весь получаемый танком урон. Урон 25%, получаем урон минус 75%. Это клевый перк. Правда, я не знаю, почему его засунули сюда. Потому что если почитать какую-нибудь вики по этому танку, то у него мало брони. Он вообще разрабатывался как охотник на БМПхи советские. Но потом что-то завернули его, потому что у советов помимо БМПх есть еще техи, а против тех этот танчик не особо держал удар, потому что брони не было. Вот. А тут она у нас есть в игре, и такая защита. Были такие даже случаи, когда на меня выруливает Кент 120-й, делает 2 выстрела, у меня 2 раза подряд прокает перк, и он мне сносит процентов 5 урона, короче. Жесть. Хе-хе-хе, да. И последний скилл, я думал сначала это КЗ, то есть комплекс активной защиты, но нет, это защита экипажа. Короче, экипаж у нас нельзя вывести из строя, и Гюнтер Ланда будет все время посылать свои лучи добра всем подряд. Ну, либо кто-нибудь другой, потому что я много игроков видел уже с Фростом на БГЛПЗ, давайте 57-го его будем называть, как в чатике, сын Визером, короче, много всяких разных игроков было, но я юзаю свой стандартный пик, это Гюнтер-добивалочка, хипы и поджигалочка, урончик, все. Также у нас есть за голд обязательный мастхевный скилл, который увеличит перезарядку. Перезарядка — это максимальная прибавка к урону. Причем не только нам, но еще и окружающим. Весело. 20%. Норм. Когда ведут этого дурачка, как он, Иван Дулин, Дубовой его, Иван Дубовой, я его тоже сюда поставлю, потому что, ну, крутой мужик, увеличивает перезарядку. Перезарядка — это клево, да. Когда было дерево умений в исследованиях, по-моему, да, если не ошибаюсь, я тоже топил за перезарядочку. Перезарядочка — это круто. Так, что, давайте выполнять ивент. Уже времени много прошло, как видите. Нанести урон, поджечь врагов, уничтожить врагов. Короче, все на изи. Будем кататься в случайный бой, чтобы попадалось максимальное количество народу. И вот таким вот перком. Пиком. Хе-хе-хе. Ладно, ставлю графика на минималочке и едем в бой. Как обычно все. Итак, первый бой. Free for all мне закинуло. Сейчас будет, наверное, мяско. Попробуем что-нибудь делать красивенько. Давайте турчики все-таки поставим, поглядим, что получается. Вот живой C1 едет. Ну, либо бот просто под форсажиком. Скорее всего, живой. Распечатаем его защитку. Давай. Пушку сломали задом, 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 задом. Не тарань меня. Меня нельзя таранить. Давай. Вот так работают птуры, короче. Фига мы на 4-м месте. Короче, мне они не сильно нравятся. Игл, кстати, был. Привет, Игл. Ну вот так вот работают фугасики наши. Давай, 3-й раз попадай. Так бы он загорелся, конечно. Сколько вас тут? До свидания. Не надо меня бить, пожалуйста. Ну, в общем, нормально. Макс 2,97. Это все хорошо. Так, едем дальше. Страшно. Маркер есть, значит, где-то бегает М8. Привет, М8. Скиллшотик можно? Нельзя, ладно. Ой, как Каза не хватает-то, а? Наверное, я все приехал уже. Или нет? Ну, дай мне еще разочек с тебя стрельнуть. Толкатель! Ты что, меня толкал, что ли? Ладно, давайте леопардик возьмем. Я уже не буду скипать бои. Посвятим день всем танчикам, не только БГЛПЗ, потому что он все-таки худенький. И нас будут часто на нем убивать. Тем более, смотрите, мы 3 килла про этого выигрываем. Я сейчас проиграю уже. Да что я не попадаю это с первого раза? Сидули. Перезаряжайся, мужик! Кто тут, где тут, кто тут? Ну, тоже неплохой танк, мне нравится. Ай-я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 й. Да ладно вам, вы что, издеваетесь? Да и...
сейчас. Я, говорит, сдохнул. Нет. Макс 2.9.7. Сейчас я уже проиграю. Надо прыгать на какой-нибудь быстрый танк. На МБТ. И пока я доеду до цели, я проигрываю, да. Окей. 90, я не хочу с тобой драться. Это страшно. Нет, я не поеду за тобой. Мне надо кого-то убивать. Лагает прям жесть. Осталось 2 минуты. Ты кто? Это мне больше нравится. Цель. Может, мы выиграем сейчас? Давайте выиграем. Минус. Еще один килл. Плиз. Я хочу тебя убить. Но он, наверное, умрет сейчас, пока я за ним хороводы вожу. Перезарядись. Давай, на скидочку нет. На. 250. Он, короче, некачанный. У нас есть шанс. Нет, у нас нет шансов. У нас нету шансов. Да кого ты делаешь, блин, алло. Проиграли. Нет? Сколько тут народу играет? Прыгаем в Т-90? Нет, давайте на БМПхе. Что за стилем? Прям пот какой-то, слушайте. Нет, не стилем. Осталась одна минута. СР-ка много. Кого бить? Бей слабых. Давай его! Нет! Вот это пот! Сейчас у всех по 6 килов будет, это жесть. Давай, стиляй. На-на-на-на-да, и жесть, смотрите, толкатель 6-5-5. Довольно потно было, да. Хотя, в принципе, ну, можно было лучше сыграть. Я отвратительно сыграл. 10к урона всего лишь. Хе-хе-хе, жесть. Офигеть, 1.5 минуты грузились и так и не загрузились, да? Или загрузились? Нет, нифига, все летают. Так, короче, мне не законнектило в тот бой. Ну, да ладно, следующий поедем. И это меня начинает бесить. Аллилуйя, мы загрузились. Надо догонять пацанов. Хе-хе-хе. Так, куда поедем? Наверное, через плюсик. Через минусик. Так, кто у нас есть? Изи цели. Первую, наверное, ракетку начнем. М8, здравствуйте. Как вам без башенки? Безбашенный М8. Один разок попал. И второй раз. Дядя шутит. Окей. И, короче, вот, все, мы опять посмотрели. БГЛПЗ сейчас меня убьют. Крутой танк. Всех нагибает, да? На фрифрале на нем поприятнее гонять, конечно. Т-64БВ. Хорошая машина. Плохо горит. Но мы все равно поджигаем. Ой-ой-ой, вар. Ну, видите сами. 64-очка хорошо упала. Еще попасть в него, да? Ну, сейчас я не выживу. А нет, выжил, смотрите, прикольно. Ну, на меня все тут оболчились. Короче, сложно. Сложно. Кого возьмем? Давайте леопардика возьмем для начала. Хоп, такой покрасился. Хе-хе-хе, минималочки в действии. И поедем вниз, потому что там вот эти вот супостаты внизу тусят. Вот он, видите? Сейчас мы шутит дядю, будем шутить. Пошутим над дядей, который шутит. А может, не будем, потому что вот еще какой-то засранец есть. Ну, ты не засранец, Иван, ты Иван. Крутой ник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, понаехали тут. Нет. Но он меня сейчас опять убьет. Ну, хоть не дядя шутит, а это был. Кого берем? Пока вроде выигрываем. Ну, опять не моими усилиями. Так, возьмем, успеем, нет? Наверное, нет. Ну, на нет и сюда нет, как говорится, да? Вот он, красавчик наш. Мы будем вас убивать, тонать. И куда ты летишь? Что, как без башни? Норм? По-моему, норм, да? Нет, не надо в меня стрелять, еще бы не лагало. Спасибо. Ах, ну, блин. Опять проигрываем. Что такое?
Да, все, слились. ЦРочка, ну конечно, мы тебя сейчас будем до конца... Убил пятерых. Да. Кто-нибудь остановите его. Такое тоже бывает. Алексей, что ты, блин, один килл сделал? Алексей. В чатике ругался. Про мою маму плохие слова говорил. Хе-хе-хе. Погнали. Нет, вот теперь погнали, да. Хе-хе-хе. Не помню, какой бой, по-моему, третий. Ну, сегодня сильно затягивать тоже не будем, потому что... Мы побеждаем. Время у меня уже... Рабочий день закончился, я как дебил сижу, тут играю, да. Хе-хе-хе. А кто у нас тут есть? М41. Хорошая цель, да? Опять я... Неправильно поехал в толпу народа. О, АФКшера убил. Представляете, какой подлый тип. Ладно, поехали, вот этого пацана убьем. Он нас не видит, а мы его видим. Это хорошо. Чтоб попасть в него, да? Бецк. Что-то как... Двойное убийство. Немного непривычно после бюгеля садиться на леопард. Потому что, ну там надо ждать кулдаун. После перезарядки, а здесь ничего не надо. Да. А где же вы, враги? Можно у меня врагов? Зарядись потом. Так, 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 так. Ну тут все как-то простенько получилось, да? Лавик бот? Нет? Мы, смотрите, еще не разводимся, когда стреляем. То есть точно в цель бьем. Клево, да? Ну тот Гюнтер пригодился. Бьем деха. Ну, что, подуэлимся? Давай, подуэлимся. Тецк. И все, в принципе, подуэлились. Спасибо. Да, надо вообще с друзьями ходить, мы же им урон с перезарядкой повышаем, типа клево. 64 БВ. Что-то не везет вам, пацаны, короче. Давайте с этого постреляем. Капец. Вообще просто турботапок. Давай, не убегай от меня. Я тут на ракетомете. Имбаланс нам катаюсь. О, нифига не киллов понаделали. Нет, ты меня убить, что ли, хочешь, варьер? Вот крут, конечно, но меня-то не надо убивать. А кто у нас тут есть? Еще один Т-64 БВ. Кого убить, не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Кручу-верчу. Закрутить хочу. Окей, перк сработал, не продамажил. Лол. Обидненько. Ну, о, я бы сказал, даже такой не особо-то интересный бой. Но зато мы на бюгеле покатались. В принципе, норм, да? Еще одного. Вот, и это наш будет килл. Пушка удобная. Легкая, да. Победа. Убивать можно. Ну, урон, видите, 7800. В принципе, на третьем левеле, наверное, еще 20-шку мы накинем сюда процентов. Ну, было бы побольше, конечно, да. А так вот, что есть, то есть. Танчик хорош. Ой-о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 й. Фри фор ал, я тут залип, короче, не туда немножко. Выживем, нет? Кто в меня стреляет? Я не вижу, кто стреляет. Да кто это, блин? А? Бот меня убьет. Это топ. Битва была. Меня ботяр убьет сейчас. Это прекрасно. Почему я не ехал? У меня гусеница. А, нет, это не бот. А, ну убил-то меня не бот. Ну, прекрасный бой. Мне понравилось. Давайте леопардика возьмем и затащим. Если получится, конечно. Мы лидируем. Да, куда мы лидируем-то? В какую сторону? По сливу ботам лидируем или что? Ох ты, блин. Лаги, отпустите меня. В Гималаи! Вообще не понимаю, что происходит. Это тоже изи рак. Два. Да блин, да что так лагает-то? О, какое-то жесткое там. Да харе, мужик. Ты кто вообще? Кто по жизни? Двойное убийство. Кьянов. Ну, хз. Видра, да, у нее жесткие снаряды. Ну, в смысле, это анимация снарядов дикая. Тройное. Блин, мне не нравятся эти слайды. Я проигрываю за них, наверное, да. Или нет.
Ладно, пофиг. Все равно, смотрите, кто-то тащит и все. Кто ты? Покажись. Я тебя не боюсь. Тут на варьере. Наверное, этот чувак, который меня убил. Ладно, поменяемся. Хотя залп можно дать с этих. Может, подождем. У него 6 фрагов, у меня 5. Судя по табличке. Уба ты, я иду. А ты что, умер, что ли, или что? Еще одного. Ну, ладно. А где мой этот-то? Дублет-то, почему ты не сработал? Умри, пожалуйста, я хочу выиграть. Потом. Спасибо. Ну, как-то так. Итак. Итак, последний, наверное, бой у нас сегодня будет, потому что время у меня уже дофигища, вон, видите, 18:13. 13 минут назад рабочий день закончился, сейчас мне уже охранники начнут выгонять, наверное, да. Постараюсь до конца боя проезжить на бюгере. И тем самым закончить. Мы побеждаем. Этот день. Ну, это боты, неинтересно. Вон там рвется кто-то в бой, может быть, Цешка. С1, в смысле. Видите, как долго? Я уже готов к выстрелу, а не могу стрельнуть. Ой-ой-ой. И попал только с третьего раза. Ладно, пойдемте вот этих вот пацанов парочку сладкую. Немножко побьем. Кто это? Ну, это неинтересно. Чпуньк. Так, следующий гидра. Можно. Почему бы нет? Пинк. Почему ты стоишь, гидра? Берсакара, я помню тебя. Я там, походу, снайпер этот Т-92, да? Я его еще не убивал сегодня. Нет, мне показалось. Кент 120. Вот, кстати, смотри, Кент 120 по мне лупанул. Блин, как в блице прямо они кидаются под прицел. Что такое? Это было больно. В очередь! Пушка хорошая была, да. Ну, в принципе, ладно. Еще один бой, наверное, съездим, да? Нет? Да? Если фрифорал будет, то я запишу. А давайте фрифорал поставим специально и прокатимся. У меня там меньше будет лагать и более быстрый бой. И, скорее всего, мы до конца доживем. А может, будет так же потно, как первый бой у нас был. Ах ты, выбил меня от этого водителя. Кто ты? Подожди, сейчас пушку починю. Давай быстрей, пассатижи. Все, готово, стреляй. Фух. Потный бой с ВЗ-хой, да? Да, на самом деле нет. Это ж леопард. Имбалансный, не ракетомет. Пацаны, поехали. Я здесь, я открыт. О, это мой младший брат. Здорово, мужик. Пик. Серия убийств. Ну, окей. Так, все, 2 выстрела. Мне это не нравится. Переставим на более мощный патрон. Еще возьмем дабл дэмэдж. И поедем сразу в мясо. Вон там, тем более этот, смотрите, стоит. Варьер. Прицел. Огонь. Бургас. Прицела огонь, бургас. Все, 10-10. Нормально. Давайте еще один бой сыграем. Фрифорал. Чисто на бюгелях. За гаражами. Так, погнали, фрифорал. Сразу у нас бот. Да? Бот, не бот? Где звук? Здесь, на месте. Первая кровь. Так. Никого нет. А где все? Кто с нами? Надеюсь, не боты? Кто-то приехал, что ли, блин? Охранники, что ли, реально приехали? Двойное убийство. Будет весело. Тройное убийство. О, здравствуйте. Я такой притих чуть-чуть. Куда ты на гору залез, мужик? Нет, подожди.
Да, вот Сергея лента убили. Спасла меня. За ПВПшили даже какого-то такого чуть-чуть непутевого М8-го. Правда, не увидел кто. Ой-ой-ой, он прям на меня бежит. Кажется, это плохой человек. Нет, это хороший бот. Пушка хорошая, мне нравится больше, чем Ктуры. Я это ее уже говорил, еще раз повторюсь. Ой-о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 й, одного. Вот такая изи-бризи. Джонни был, наверное, на этом. На М8. Короче, как с ботами сыграли. Ну, нормально. Мне понравилось. А так, ребятки, наверное, на этом все. Что могу сказать по танчику? Он бодренький даже на первом левеле, так что обязательно хотя бы один кружок пройдите, вам он пригодится, да. Он такой, он как смесь Дембетехи и Леопарда. Чуть-чуть поменьше здоровья, но зато маневренности и мобильности больше. И из-за этого можно не только меситься, но еще и точки захватывать. Это круто, да. Что вы думаете про танчик, можете написать в комментариях. Я пока урожай соберу. И если что, продолжу делать ивент, наверное, уже дома. Потому что время-то у нас пока еще хватает. Да. Топ-лут? Нет, мы все сделали, мы молодцы. Сейчас еще один топ-лут заберем. Такой же, наверное, да? Да. Хотя они в луте написаны, что выпадают, но нифига не выпадает. Лол, кек, чебурек. И золотишко заберем. А так, пока что все. Всем спасибо еще раз за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры, от которых нельзя оторваться. Вот как Аваха, допустим. Время 20 минут, я еще сижу на работе, играю в Аваху. Лол, кек, чебурек. Пока-пока.